Вот, дорогие телезрители, тут вот такая кафешка, ресторан, прямо на природе, я говорю, для пикников, все делают статуэтки какие-то, олени, да, там разные живописные, да, можно вообще, ну, вот так пойти, в принципе, там нам все равно туда идти, ну, на, хотя вон дорога, на скульптуры. Запахи, конечно, тут вообще, не знаю, тут очень много запахов. Нет, это все, это цветочки, ты вот эти красивые на экране. Ангранчики. В общем, пахнет полностью всем, чем можно. Деревья, вон, смотрите, какие красивые деревья. Прям. Считайте, вот такая вот елочка. И вот вот такая елочка. Да, пикник, уединиться и видите, вон бодающиеся олени, болени, олени или козлы или кто? А, козы. Угу. Вот вот такие. Ну, что-то непонятное. Ну-ка, сейчас еще раз сниму.